Очень просто. Ну, смотрите, Волгоград. В следующем году Олимпиада в Сочи. Да, и откуда ноги растут? Поэтому и Волгоград. Это же рассказки, что вот она в Москву там ехала. Надо поближе к Сочи. Неудивительно, если они будут творить. Откуда ноги растут? А то, что терроризм... У меня какая личная оценка? Их надо вешать. Вешать публично, чтобы висели еще на улице. И семьи их не надо вешать вместе с ними. Им же по барабану, значит, нам по барабану. Надо вешать семьи, чтобы висели, чтобы все это видели. Все очень просто. Какое личное отношение? А ноги растут, потому что, я так думаю, в Сочи найдется сейчас какой-нибудь крикун на Западе, который скажет, а у них там теракты, какая Олимпиада, и начнет там... Это же понятно.